Всем огромный привет! Сегодня готовлю турецкий пилав с вермишелью. Берем кастрюлю с толстостенным дном, лучше всего подходит для приготовления казан. На дно кладем сливочное масло 40 грамм, растопим его и кладем 100 грамм вермишели. Обжарим ее до золотистого цвета, постоянно помешивая. По времени занимает 2-3 минуты. Теперь, когда вермишель стала золотистого цвета, добавляем хорошо промытый рис в холодной воде 200 грамм. У меня длиннозернистый. Теперь жарим все вместе еще 3 минуты. За это время рис станет прозрачным. Теперь добавляем чуть больше половины чайной ложки соли. Вливаем 400 мл кипящей воды, перемешиваем и закрываем крышкой. Оставляем готовиться до выкипания воды на среднем огне. Как только вода выкипит, огонь убавляем до минимального и готовим на самом маленьком огне еще минут 7-10. Сейчас можно рис попробовать, он должен быть немного твердоватым, но съедобным. Теперь выключаем огонь и закрываем снова крышкой, оставляем настаиваться еще 10 минут. У меня остается стоять на выключенной электрической плите, поэтому я не укутываю. За это время рис дойдет. Теперь можно рис перемешивать и подавать его к столу. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!